Ну где тебя носит-то? На пикник опаздываем, а? Да я подхожу уже! Я надеюсь, ты купил деликатесы по списку во внутреннем кармане, а? А сейчас, Галь, я мигом в магазин! Иди, твою мать, Володя! Ничего не слышу, батарея села! Что вам, мужчина? Мне деликатесы надо. Так, тушенка, хрен с холодцом, сыр, шурма, краб. Странный у вас список, конечно. Куда вам это все? На пикник. Ну раз на пикник, возьмите новые чипсы от Настюшки Ивлеевой. Изи-пизи. Вот вам крабовый шикардос, сыр сейшен, шаурма запиленная, вагон тушенки. И все по списку? Давайте. Ну давай, Володь, удиви деликатесами, а? Ага. А, Володь, ты совсем дурак, что ли? И что это такое? Галь, да ты сначала попробуй. Володь, ну очень вкусно, а? А попробуй краба. Вообще деликатес, а?